Всем привет, мой прогноз на матч ЦСКА-Зенит, наверное, главный матч в этом туре в РФПЛ. Здесь у меня две ставки, которые, считаю, должны обязательно заходить. Первая ставка – это фора 0 на коэффициент 1.90 на Зенит, фора 2.0. И я считаю, что Зенит реально фаворит в этой игре. Зенит гораздо лучше по составу, по качеству игры, по результатам, абсолютно по всем показателям, по подбору футболистов. Да, команда играла в Лиге Европы, но у команды есть два состава хороших, и поэтому в плане именно функционального состояния все будет у «Зенита» хорошо. Что, возможно, не скажет ЦСКА, потому что у ЦСКА состав ограничен, много травмированных, некоторые отправляются от травмы, не набрали еще форму. Команда проиграла 0-2 Базелю абсолютно по делу, там ни одного удара в сторону за всю игру. Моя ставка индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1.5 уверенно зашла этот матч. И в том туре Краснодар, они победили 1-0, но абсолютно не по делу был результат. Краснодар был на две головы выше, но не смог реализовать огромное количество моментов. ЦСКА забил курьезнейший гол. Зенит лучший. Я уверен, что Зенит здесь вообще должен побеждать, но как минимум не проиграет. Поэтому 4-0 за 1.90 мне считается, это, на мой взгляд, очень хорошая ставка. И вторая ставка – это 2x, то, что Зенит не проиграет, плюс тотал меньше 3.5 за 1.82. Думаю, что две ставки зайдет, но не стоит брать две, потому что там присутствует то, что Зенит не проиграет. Возьмите какую-нибудь одну, коэффициент, в принципе, для этих событий очень хороший. На мой взгляд, тотал меньше должен тоже заходить, потому что ЦСКА все-таки забивает мало, будет стараться играть грамотно в защите. Зенит тоже, на самом деле, если у себя более результативен, то в гостях не так результативно. Сейчас вам просто прочитаю статистику, чтобы не ошибиться. В 11 матчах ЦСКА из 11 последних тотал меньше 3.5 прошел. В 6-7 матчах Зенита последних тотал меньше 3.5 прошел. Именно про чемпионат я говорю, даже если учитывать вот матчи домашние Зенита. А последних 6-7 гостевых матчах Зенита в РФПЛ тоже тотал меньше 3.5 проходит. Касаемо личных встреч, тут у ЦСКА огромнейшие проблемы. Во-первых, в последних трех матчах тотал меньше 3.5 между Зенитом и ЦСКА прошел. Во-вторых, в последних 8 матчах 5 побед Зенита и лишь 3 ничьи. Ни одной победы ЦСКА, поэтому сейчас, когда ЦСКА еще в худшей форме находится, Зенит лучше, чем раньше, я просто не верю в ЦСКА. Такие две ставки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. И, конечно же, приходите к Павлю ВКонтакте, чтобы узнать, какую из этих ставок взял лично я. Может быть, и две я их возьму, не знаю. И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы забрать какой-то дополнительный прогноз, который, может быть, появится там. Всем успехов и увидимся.